Упражнение трицепс в армрестлинге является одним из очень важным элементов тренировки. Многие спортсмены выполняют упражнения трицепс по-разному. Мы уже говорили и показывали одно из упражнений на трицепс. Сейчас я покажу, как выполнять правильно французский жим, упражнение как раз под армрестлинг. Именно таким образом лучше всего выполнять упражнение на трицепс с французским жимом с гантелью. И посмотрите, как выглядит техника выполнения этого упражнения. На выпрямленных руках опускаем руку вот таким образом. Выполняем упражнение на трицепс. Можно еще выполнять вот таким образом. Это упражнение для тех, кто любит бороться крюк или кто любит бороться толчком или в трицепс.